Участники 13-часового забега готовы? Да. Один человек готов, остальные непонятно. Один это который с фотоаппаратом, да? Ну все, мы стартуем. Сегодня 13 часов, будем бежать. 13 часов. Покрытие жесть, бежим по плитке. По вот такой вот плитке, по бетонной. Сейчас по сигналу, раковины будет дан старт, хорошо? Так, все, 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 сейчас начнется. Не знаю, сколько секунд, у меня просто минуты здесь. И? Ну, секунд 20, наверное, осталось. А, включить? Все! Все, 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 все. Раз, два. Ура! Ура, товарищи! Ура, товарищи, ура! Ну что, раз, два, три, четыре, пять. Все, в колоночку разбираемся. Восемь человек. Которые выдали, да, не ложил. Сегодня в десятке будут. В десятке? Сегодня все попадут в десятку лучших, ребята. Нас всего 8 человек на старте. И это замечательно, это прекрасно. Первые секунды 13-часового бега. Трасса челночная. Сколько? 900 метров, да, вроде? Да, 900. 900 метров туда, 900 метров сюда. Будем бежать вот туда. Потом бежать будем сюда. Однообразная скучная трасса. Ну, я надеюсь, что нам не будет скучно сегодня. У нас появились лидеры. Они вырвались вперед. Очень сложно будет их догнать, конечно. Потому что отрыв серьезный. Но время покажет, друзья, кто из нас выживет. Так, забег, наверное, начался. Отдохнул. Вперед. Решил отдохнуть? Да. Правильно, надо отдохнуть. О, Ваня, Ваня. Здравствуйте. Здравствуйте, как рад вас видеть. Я тоже вас. Прошло 3 часа и 20 минут. И за 3 часа 20 минут мы пробежали 28 километров. Казалось бы. А ты 4? Да, темп 5-0. Получился отлично. А Паша? Паша у нас бежит. Шнурок, Паша. 3 часа. 3 часа. Да. Вот. То есть сейчас вместе с нами уже стартанула дистанция. Те, кто бегут 7 часов, и те, кто бегут 1 час. Стало потеплее. Я вот даже в футболку переоделся. За 4 часа 50 минут. Ура, ура, ура! Ура! И мы намерены двигаться дальше. И там под колпаком нас ждет бутылочка. Бутылочка? Ну, в общем, друзья, мы намерены пробежать как минимум 50 километров сегодня. 52. А почему? Потому что мы банда. Продолжаем движение. А тем временем за 7 часов мы пробежали 64 километра. Ура! 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 Ура, ура! Так, разворот, разворот. Разворачиваемся. Ух! И снова в путь. Ух! Так, 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 так. Вот пункт питания вам еще не показывал. Наш пункт питания. Тут есть вода, тут есть кола. Ваше здоровье, друзья. У нас еще есть каша, суп. Каша, суп. Гречневая, овсяная. Апельсины, помидоры и... Бананы. Ой, как холодно стоять, спасибо. Ну что, друзья, сколько? Сотка, наверное. 233. Сотка есть. Там и сейчас где-то. Да. 100. 5 минут. Понял, да, нормально. 100 километров. Отлично. Отлично, мы пробежали 100. Мы едим апельсины, пьем кока-колу. И уже сил полно. Сейчас еще. Шутник. Немножко. Да. В общем, двигаемся вперед. 100
километров за 10 часов и 28 минут. Осталось 2,5 часа нам терпеть. А, ребят, эти 100 километров я посвящаю Павлу Коромыслову, который проспонсировал мою поездку на Эльтон, которому я обещал посвятить 100 километров на Эльтоне, но не смог я добежать там, не смог. Зато здесь пробежал, и вот, Павел Олегович, эта сотка для тебя. А мы двигаемся дальше. И что, ребят, я уже думал, что я уже только на финише камеру включу. Уже просто очень тяжело уже, ребят. Будем терпеть. Потому что сейчас надо понужать. Понужать? Понужать. Что значит понужать? Значит, понужать, значит, очень медленно, но быстро бежать. А, в общем, двигаться. 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 Ребята, исторический момент. Мы финишировали, мы пробежали. Мы пробежали, ребята. Ой. Два номера, да. Давай отпишем, пишем. Номер два. Номер два. И номер четыре. И мы победили. Мы, да, четные победили сегодня. Все. Мы это сделали. Молодцы, ребята. Ну это было круто, это, блин, такое не забывается, блин. Давай еще раз, а? Давай. Спасибо. Давай, тебе спасибо, Егор. Спасибо, это было охренительно. Как это? Ноги сейчас вообще непривычно. Ну да. Но главное, что все получилось! Капец! Я с похмелья так не ломала. Ваше здоровье, господа. Ваше здоровье, господа. Все. Как же мне хреново. Ничего, нормально все. Техноран. Давай, герой! А, да, вызывали! Да. Ура! Мы победили! А я бы, кстати, без ребят, я если за ними бы 6 кругов не побежал. Все благодаря тому, что мы работали сегодня в команде. Да. Спасибо. Мы сделали это. Молодцы! Техноран чемпион! Ура! Тяжелая была гонка, но мы справились. Мы победили, мы заняли первое место. Почему говорю мы? Потому что нас двое. Потому что, я не знаю, но так получилось, что мы бежали вдвоем. Так получилось. И вроде как мы всю гонку вместе работали над этой победой. Наверное, часов 12 из 13 мы реально шли вместе и бежали, друг другу помогали. Работали над тактикой. Да много всего, ребят, честно говоря, было сделано ради этой победы. Спасибо моему другу Алексею, который вместе со мной боролся за победу. Мы победили! Мы заняли первое место. Пробежали мы, ребята, давайте посмотрим. Пробежали мы 125 километров 330 метров. Я думаю, это нормально. По такой трассе, ну... Нормально, ребят, нормально. Пришлось хорошо вымотаться. И мне, и Алексею. Значит, получилось у нас два первых места. Мы бежали вместе.
Мы много-много сделали ради этой победы, и в конце мы решили, что не стоит нам бороться уже за позицию, что стоит финишировать вместе. Так мы и сделали. Я считаю это по-честному. Ну, вот так вот. Значит, кроме диплома у меня есть кубок. На кубке пока нет никакой таблички. Вернее, была табличка, но мы ее оторвали, потому что здесь должна была быть табличка за первое место. Второй кубок, на котором было написано за первое место, мы отдали Алексею. На этом кубке мне организаторы тоже сделают табличку, и здесь тоже будет написано за первое место. Надо будет немножко подождать. Также медали за первое место у меня нет, потому что у организаторов не оказалось двух медалей за первое место. Странно, да? Но мне в ближайшее время ее сделают, потому что я победил, я ее заслужил. Медаль, которая была за первое место, мы отдали Алексею, он из другого города. Да, и я местный, мне сделают. И у меня будет тоже медаль за первое место, у меня будет кубок, на нем будет наклейка. Кубок за первое место, вот у меня будет кубок, у меня будет медаль, у меня все будет. В общем, вот так вот, друзья, победила дружба, мы хорошо сработали в команде, и эти 13 часов мы взяли, мы их сделали. Все, ребят, всем спасибо. Спасибо, кто мне помогал на этой гонке, спасибо всем, кто мне помогает вообще по жизни. Спасибо всем, кто со мной, ребята. Ну все, счастливо, друзья. Это была тяжелая гонка, но мы справились. Пока.